Привет, дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад у Алёнушки». Сегодня хочу вас познакомить с прекрасной астрой серии «Хризантелла». Друзья, потому что в прошлом году я покупала семена, приобретала, и меня они в этом году очень порадовали. Смотрится, правда, как хризантема. Достигает очень большого размера цветочки. На одном стебле огромное количество, вот один стебель, можно как букет срывать и больше ничего не добавлять. Очень красивый цветок, потому что множество побегов боковых и поэтому множество цветоносов. И получается пышность кустика. Красивые расцветки. Но я в основном брала белый. Вот. Белый уже цветает. Много пошли на букетики. Смотри, тоже вот один букет, он даже вес его не выдержал, я немножечко подставила опору. Уже, конечно, нижние листва желтеет, но октябрь месяц. Вот один кустик, да, но даже множество еще не распустилось бутонов. Но вот так очень исключительно и красиво смотрится. Вот так. Астра. Китайская хризантелла. Покажу вам три пакетика, уже приобрела, потому что покупала в прошлом году у моей знакомой хорошей. Она занимается семенами как 2 года. И, конечно, знает, что я люблю цветы. Вот прелесть какая, гляньте. Вот, ну, прелесть, прелесть. Как можно такую астру не посадить? Сразу сеяла в открытый грунт семенами. И очень исключительно зашли. Внутри прям интересная такая набитая. Она мелко-мелко набитая. Листва интересная. Вот так. Как трубочками мелкими. И вот один кустик. Вот один кустик. Представляете, какая прелесть. В этом году, конечно, вот такой сорт меня очень удивил. И она вчера позвонила, мне сказала, привезли несколько расцветок. И вам покажу сейчас, какие расцветки я приобрела. Вот такие, друзья, хризантелла. Повнимательно покажу сейчас вам пакетик. Может быть, кто будет покупать. Вверху написано «Астра китайская». Вот такой сорт «Зимний взгляд». Белый с голубым, я думаю, будет великолепно смотреться. Здесь точно так же хризантелла астрокитайская, лимончелла желтая. И здесь белая призрак оперы, тоже хризантелла астрокитайская. Серединка немножко как с желтинкой, ну а так в основном белая. Вот такие три сорта, друзья, приобрела. Великолепная, вот я показала вам на примере, потому что в прошлом году я покупала только чисто белую и розовую. И, конечно, она в этом году меня просто поразила, покорила своей красотой. Я в нее просто влюбилась, такую астрочку. Приобретайте, покупайте, если найдете такую серию как хризантелла. Я думаю, хотя бы раз посеете и будете каждый год выращивать такую прекрасную и красивую астру у себя в цветнике. Понравилось видео, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю здоровья, удачи, красивых цветов и до новых встреч. Пока-пока.